Новый участок дороги по улице Титова планируют сдать уже в октябре. Основание начали готовить еще в прошлом году. Сейчас работы подходят к завершающему этапу. Скоро приступит к асфальтированию. Дорогу по улице Титова строят в три этапа, и по первоначальным планам она должна была выйти к улице Дукача. Какие изменения проекта обсуждает, узнала Анна Буянова. Строительство дорожного полотна на улице Титова идет полным ходом. Рабочие готовят основание щебня. В ближайшее время планируют приступить к укладке асфальта. Планируем приступить к асфальтобетонным работам, это устройство дорожной одежды. А в данный момент еще на улице Порт-Артурской завершаются работы по переносу и переустройству коммуникаций, таких как водопровод, защита теплотрассы и кабелей электроснабжения. Прокладывать асфальт дорожники будут от пересечения с улицы Заозерная до перекрестка с Порт-Артурской. Именно этот участок определен как второй этап строительства дороги на Титова. Помимо самого полотна, подрядчик обязан проложить коммуникации, установить остановочные павильоны, сделать освещение и светофоры. То есть то же самое, что было сделано на первом этапе строительства в прошлом году. Предыдущую работу подрядчиков мэрии оценивают положительно. Дорога стоит, дорога в нормативе, асфальт не проседает. Хотя изначально, когда стабилизация шла, сразу же после сдачи, там было пару мест, подрядчик это все поправил за свой счет. Тротуарчики, видите, ровненькие, бордюры ровные, освещение работает. Ну, я думаю, что будет не хуже и на этом этапе. Завершить строительство планируют в октябре. Тогда же по новой дороге начнет ходить общественный транспорт. Дальше подготовка к третьему этапу. Это строительство дороги от Порт-Артурской до улицы Дукача. Но планы, возможно, придется скорректировать. После того, как будет окончен второй этап, просматривается вариант все-таки выхода на улицу Станционная, Порт-Артурская Станционная, ремонта, расширения дороги соответствующего. Наверное, это важнее, актуальнее этот вопрос сейчас, именно выходить на Станционную, потому что на Станционной там остановка электрички, которой пользуются жители Чистой Слободы, поток этот растет. По словам мэра, если строительство третьего этапа перенесется на другой участок, это не значит, что от предыдущего плана придется отказаться. Дорогу от Порт-Артурской до улицы Дукача будут строить в любом случае, но сроки работ, возможно, изменятся. Анна Буянова и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.